вернулись в Москву. В Таганском суде сегодня вновь рассматривают иск Алексея Навального к Роскомнадзору, который по требованию Генпрокуратуры заблокировал доступ к сайту «Политика». В прошлый раз заседание перенесли из-за неявки представителей Генпрокуратуры. В этот все вроде бы пришли, и заседание состоялось. Затем, как оно проходит, следит мой коллега Алексей Коростылев. Алексей Коростылев, Леша, добрый день, тебе слово. Да, привет, Тихон. Заседание действительно состоялось. Суд постановил привлечь документы, на основании которых публикация Алексея Навального и его блог был заблокирован с 12 по 15 января. Дело в том, что приказов от Генпрокуратуры оказалось недостаточно, и суд постановил привлечь документы, которые есть исключительно внутри Роскомнадзора. Вот именно на их основании был блог заблокирован. А претензия Алексея Навального к Роскомнадзору заключается в том, что приказ Генпрокуратуры о закрытии его блога датировался 22 декабря, а сама публикация, на основании которой блог был заблокирован, она датировалась 12 января, то есть приказ был вынесен раньше, по словам Алексея Навального, чем, собственно, публикация, послужившая к ограничению доступа к блогу, была опубликована позже. Публикация, напомню, касалась того, что акцию 15 января проводить не стоит, что нужно сосредоточиться на, возможно, каких-то других более поздних протестных акциях. Но, видимо, Роскомнадзор и Генпрокуратура посчитали, что и в этой публикации есть призывы к массовым беспорядкам. С этим, собственно, Алексей Навальный тоже не согласен. И одной из претензий, исковых требований к Роскомнадзору – это к суду, точнее, признать действия Роскомнадзора и Генпрокуратуры незаконными. И другие претензии Алексея Навального заключались в том, что в содержании этого поста, собственно, то, что не было никаких призывов к массовым беспорядкам. И вокруг вот именно этого аспекта содержательного развернулся основной спор между представителями госорганов и оппозиционером. Споры были действительно жаркими, эмоции текли буквально ручьем. И с одной, и с другой стороны, Алексей Навальный известен своими эмоциональными выступлениями в суде, но в этот раз еще и представители Роскомнадзора довольно эмоциональны были, но немного с другой стороны. Если Алексей Навальный был полностью уверен в своей правоте, как и его адвокат, то такой уверенности не ощущалось со стороны представителей госорганов, и на некоторые вопросы они не отвечали, и суд поправлял иногда даже представителей и Роскомнадзора, и прокуратуры, более точнее, отвечать на вопросы. И иногда, вот как мне буквально показалось, дело может даже закончиться слезами, так как госорганы представляли две девушки, они, к сожалению, своих имен не назвали. Собственно, заседание перенесено на 18 февраля. Решение окончательно еще, как я уже сказал, не вынесено. Будем ждать, чем все-таки дело это закончится. Тихон. Алексей Коростылев, мой коллега от Таганского суда. Давайте вернемся теперь в Минск, где завершились переговоры